Значит, включим вертикалку. Так. В прошлый раз мы остановились здесь, так что посмотрим, что будет дальше. А, не твари. Воу, подожди-ка. Может, ты умрешь? Псина. Бляха-муха. Блять. У меня критическая ситуация. Из меня кошорка поехала. Черт. Бляха. Так, подожди-ка. Куда ты без меня поехала, мразь? Да ёпрасите. Твою мать. Куда ты без меня, блядь, поехала? Стопе. Фу, блядь. Я думал, обосрусь нахер. F6. Тут почему-то F6, а то я привык, что было во второй халве. Ungrating to people, да? Воу! Твою мать! Это что было? Твою мать! Хренов хуесос! Раз. Куда ты поехала? Хватает же. Конечно. А мы через эту дрянь не можем поехать. Так, подожди-ка, а почему? Понятно. Так. Хотели нас наебать. Ублюдки. О. Тупик. Мне это уже не нравится. Блять! Сколько там артибонтов? Вы чё, блять, серьезно? Твою мать. Ух ты ж, блять. Было жестко. Сколько тут вартигонтов? Стоп, а чё? А, открывать надо, все понятно. А я даже не сомневался, что в этой Half-Life не так, что надо открывать. Так, мне кажется, что там какая-то дичь будет. Или нет? Или да? Я ж не... Мне одному кажется, что тут что-то происходит.
кажется, что там какая-то сучка. Говно? Сам ты говно. Ублюдок. Фух, ёпарасоте. Обосраться можно. Понятно, почти. Подожди, а где дробовик? Мой дробовик не это. Не заполнен мне практически. Подожди, а... Подожди, то мы открыли. А куда та дверь вела? Вот та дверь. Типа это тоже вагонетка или они все разные? Подожди. Или их две? А куда ведут? Подожди-ка. Там по кругу ведет, что ли, или как? Так, подожди-ка секундочку. Чё-то я немножко заплутал. Ага. В смысле, блядь? Ты посмотри, куда эта гнида поехал. Чего? Система жизнеобеспечения включена. Морфий введен. Это он меня взорвать пытался, этот гнида. Нифига себе поворот. Же ублюдок. Япона, мать, это что получается мне туда валить назад? А как я на ту сторону-то переберусь-то? Мать твою. Подожди, а где было сохранение? А ну-ка, если я разгонюсь, не вариант? Так, одного я убил, подожди-ка. А если я, допустим, разгонюсь и... Твою мать! Он не успел, да? Отлично! Такой расклад меня больше устраивает. Сучки. Теперь назад. Да-да-да, меня такой расклад больше устраивает. Блин, как же медленно она едет. Фраза «тише едешь, дальше будешь» приобретает смысл. Так. Стопэ. А куда ты ее дел? Вагонетка без тебя поехала? Ты шашлычок. Как нам тогда топать? Серьезно, таким макаром топать?
прохождение приобретает иной смысл. Ого. Хлоп. Походу это я. Зашибись. Так. Что нам делать-то? Батары, блядь. Сучара, блядь. Ты слышишь, олень, блядь. Хренов, хренасос. Офигеть, блядь. Хорошо они меня потрепали, сволочи. Конечно. Козлы. Так, а что дальше-то делать? Валить, короче, да? Подожди. Ага. Это, я так понимаю, это для того, чтобы они меня не замели, да? Воу. Так, подожди. А чё, у меня только такая, что ли, осталась? Валим тогда. Пошла еще выше, да? Воу. Нифига себе они спрятали подсольничек. В каком месте я манал? Воу. Ты был немножко повыше, дружок, да? Окей, но правда. Твою мать. Подожди. Тихо.
попасть. Ух ты, блин. Пронесло. Немножечко. Зона загрузки, как всегда. Зона загрузки. Шайтаны. Ты посмотри, какие хитрые. Пытались меня на понт взять. На понт я их взял. Смотри-ка. Что-то мне кажется, сейчас какая-то засада будет. Это же неспроста, я так понимаю, да? Что-то мне кажется, что... Ага. Ага. Походу, что да. Получила, мразь. Так. Ё-моё. Жёстко. Предстоит проходить ловушечки. Грёбаный парк аттракционов. Воу. Хорошо долбануло. Тихо. Куда ты? Мы уже там были. Нам туда не надо. Тихо, подожди. Что-то сейчас будет. Это же все неспроста, я так понимаю, да? Ага. Это все неспроста. Ловушек стало больше. Мою мать! Обосраться можно. Так, а как это проходить?
Ого. Вот она в чем подвох. Стоп. Через окошко же? Или как? Хе-хе-хе. Вот как это проходить. Так, стоп. То есть машиной бы я уже не прошел бы, да? Там что? О. Там чужбеки. А как мне этого гада завалить? Попаду. Хотя подожди. Твою мать, а как мне попасть? Чё, никак, что ли? Саботажем подавай. Твою мать, в смысле, это что было? Блядь, это снайпер. Снайпер. Валим тогда. Так. Вот как надо было. Блин, я что-то не догадался их так завалить. Твою мать. Хотя их, в принципе, трое было. Так, а чё к чему двигать-то? Так, подожди. То есть надо двинуть сюда, да? Или как? Чё-то я ничего не пойму. Что за тупая... Обнаружен незначительный перелом. Блять, вы издеваетесь?
смысле, а как это проходить-то? Труба, туда двигайся, наверное. Вот же тупая физика. Так, теперь. Вот. Вот. И... Вот и все. Если, блядь, это что за хуйня была? Вы что там подохерели? Взяли всех ученых, завалили, суки. Я вам устрою. Чё, понадобляем запуск ракеты? Чего, нельзя, что ли? Печаль. Ладно. Так, это что получается, ну? Вы серьезно? Оу. Ах ты грёбаный снайпер, все-таки сука попал. Сука. Все-таки не к снайперу, а к этой херне. Ну, другое дело тогда. Так, сейчас мы эту силуха, да? Мрачные предчувствия. Интересно, что еще за мрачные предчувствия и почему? Твою мать. Убирайся, убирайся, убирайся. Твою мать, чуть не умер.
Фух. Лестница сломалась. А куда тогда? Фу, блин, тупость. А, подожди, в натуре куда тогда? Что-то я не могу понять, подожди. Твою мать, какой же я тупой. Уже, блин. Опля. Здорово. Коль не шутишь. Энергия восстановлена до 20%. Ага. Тэээкс. Чего там? А, там еще кое-что. Блять. Нафига я сюда прыгнул? Не всегда, но все же. Бляха-муха, тут тупик. Блядь. Чего вы меня кусаете, суки? Все-таки через то место валить. Блять! А я сейчас сдохну. Загрузиться надо. Блять! Что за тупость? Быстрей. Ебать. Ход конем. Да ёб твою мать. Ясненько. Еще одна херотень. Не
говорят, что это чудовище из глубинки, это определенно совершенно неправда. Там где-то есть оружие, заряженное транквилизаторами, но я не уверен, что они подействуют на эти экземпляры. Но вы можете попробовать. Блин, почти. Фух. Еще один. Так. Где эта тварь? Фу-фу-фу-фу-фу. Твою мать. Так, вопрос в другом. А где выход? Блять. Да ебать. И чё? Блядь, ну вы ж не хотите сказать, что... Как отсюда выйти, вопрос. Банально, выход как? Обнаружены тяжелые ранения. Блядь. Жизнеобеспечение включено. Ну и чё? Он выплыть не может? Серьезно? Заебато. Блять. Где выход? Да ёб твою мать. Где банально отсюда выход? А, ладно. Мы же так не выберемся. Твою мать. А дальше как? А? Вы издеваетесь? Серьезно, блядь? Блядь, как? Чего? Да ёбаный в рот! И чё? Да блять, я физически не успеваю. Что за жопа, блять?
хера себе, блядь, я должен был успеть. Ёбаный в рот. Никогда б не догадался, что там грёбаный винтель. Что под воду нафиг нырять надо. Ёпарасоте. Вот так скользкота и нежданчик. Ёпарасоте. Ну тут не лучше. Блять, тут все-таки эта тварь калашматит. Внизу. А, мы ж подобрали патроны, точно. Твою мать. А, то есть можно. Блять. Какого хуя? Вортигонт, блядь. Сраный вортигонт. Так, подожди, если током бьется вода. Нам винтель помешает, да? Весело. Как мы должны это пройти? Генератор урон, что ли? Блять! Да ёбаный в рот, разгона не будет. Похуй. Валим наверх. Блять! Твою мать! Иди в жопу. Твари ебучие. Так, хорошо. К генератору мы пришли. Что это нам дало? Ничего, да? Чего это дало? Мы куда вернулись-то? А? О, бля, патрончики. Патрончики — это хорошо. Так, ладно. А это куда? О, бля. Нифига себе. Так, это хорошо, хорошо. Так, подожди-ка. Блять, да что ж ты, сука, будешь делать? Еще вортигонты сраные. Откуда они, блять, там? Пиздец какой-то, блядь. Реально какой-то пиздец. Блядь. Да в смысле? Ёбаный ты шашлык. И где этот пидор? Ебануть.
ебануться, вот реально ебануться просто. Пида, пидрила, блядь. Куда он, блядь, телепортнулся? Я его не замечу. Чего, блядь? Серьезно? А, ну там же все равно это мешает. Лестница. Ты что, реально думал, что я тебя не замечу, пидрила? Какой самоуверенный гомосек. Адам Артигонт. Хе-хе-хе-хе, он меня не видит. А я его вижу. Серьезно? Ну что, 1% у меня забрал эта сучка? Чего? Откуда этот звук был? Не пойму. Здорово. Так, подожди. Гордон Фриман, это ведь вы, правда? Команда ученых следила за вами, с помощью системы безопасности «Черный мир». К сожалению, таковы военные. Ваш скафандр напичкан аппаратурой слежения, но все же это лучше, чем быть будто голым в этом ужасном месте. Вам нужно торопиться. Неизвестно, что произойдет с системой вашего скафандра. Если вы хотите попасть в комплекс «Лямбда», вам нужно пройти через систему производства, или система безопасности дырявая, как решето. В моем случае это помогло, так что... Давай. Помогло. А, ты имеешь в виду? Ёб твою мать. Да пошел ты нахуй. Куда валить-то, блядь? Фух, ёбаный в рот. Пронесло так пронесло. Ну это было жопно. Так, подожди-ка. Тикс. Ага, вот и в Артигон-то нахер зажались. Твари! Ты посмотри, а? На этих говнососов. Это было. Ах ты сука. Он еще и сзади телепортируется. Говнососы. Хитрожопые твари, однако, а? Игре уже не доверял во всех планах, столько ловушек. У меня для вас сообщение. Убедитесь, что... Чего?
Ага. Кто-то... Энергия восстановлена до 3. Я его не убивал. Это значит, кто-то его убил. Короче, это то, что я думал. Ах ты, сука. Блять. Твари. Так, там не одна была, да? Ебать, они быстрые. Так. Где еще одна? Я не думал, что это будет так скоро. Почти. Так, их было 3, и их было больше. Ого. Это хорошо, что хоть есть какие-то патроны. Уже радует. Ага. Ясненько. Это, короче, эти тёлочки, да? Пока вот не помню это. Я смотрю, мы прям на арбалет насобирали, да? Наш любимый арбалет. Все-таки охранника не мы завалили. Это хорошо, что это не мы были. Процентов, это хорошо. Так, теперь, значит, можно подниматься наверх, да?
Так, вот же гады. Надо выбираться быстрее. Твою мать. Понять. Да ёб твою мать! Фу, ёпрасоте. Так. Ломик наш любимый. Есовкус. Так. Забрали все оружие, значит, да? Как-то нам надо свои шмотки вернуть. Только вопрос, как? Обработка отходов. Ёпрасоте. Иди в жопу, мана. Ты что, плавать могут? Я думал, они дохнут. У. Обнаружен тяжелый перелом. Система жизнеобеспечения включена. Морфий введен. По-моему, кто-то его захавал. Или не захавал. А-а-а, вот куда надо. Вот что значит, куда охранник делся, да? Оставили нас без всякой надежды. Воу. На что-то, да? Ёпрасоты. Через что предстоит пройти? Это ж просто... Подожди, а что внизу? Блять, из этих кретинов, блин. Офигеть. Да ебучий случай, серьезно. Теперь с 18 патронами ходить. Пиздец. Все есть, теперь нету этого. Очень интересный поворот. Так, то есть вы хотели сказать, что у нас теперь движухи, да? Так, вот интересно.
Куда валить? Да, блядь, в смысле? Да в смысле, блядь, я не успел. Вы чё, блядь, издеваетесь, что ли? Ебать. Что за недопрыг? Блядь. И чё теперь делать? Валилась эта залупня. Надежная херня, блядь. А чё, типа эта херня скользкая или что? Чё-то я ни хера не понимаю. Блядь. Да в смысле, ёбаный в рот? Как это проходить? Что за... Ебать! Серьезно? Серьезно? Да блять, в смысле, ебаный в рот? Чё, обязательно... Блять. Да ебаный в рот, что за физика? Что за тупая физика? Ебать ее конем. Пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим. Да, физика, конечно, тут ебанатская. Ничего, блядь, не скажешь. Сраться и не встать. Да уж. Давай. В смысле? Воу. Там же эти, блядь, типа отходов. А дальше через что проходить? Ёпка, раз это. Оу. Переработка тут, конечно, жесткая прям. Фух, мне надо подумать, как это пройти. Так. Подожди, что там? Это другая система или... Или та же? Не, та же. Ёпанасоте. Так, подожди, тогда получается... Твою мать. И ч?
чего это дало? Мы же здесь были. Че, серьезно? А что делать? Дальше. Не пойму. Да бляха-муха. Серьезно? Воу. Останавливает эту залупню. Уровень энергии 100%. Ага, останавливает эту... Чего? А, определиться, как ее остановить. Слышь ты, блядь, зарубок. Сдохни, тварь. Зарубная часть. Нифига меня зарубок потаскал. О, идеально. Да ёб твою мать. А чё так быстро-то, а? Подниматься сюда. Ничего не пойму. Твою мать. Что-то резко-то. Так, подожди-ка. Да сейчас дальше-то. Ёб твою мать! Блядь. Щет. Твою мать. О. Через эту херню, наверное, я уже не прошел бы. Обнаружен тяжелый перелом. Обнаружен кровопотерянный. Чё так быстро прошел, да не? Чё за хрень? А как дальше-то проходить? Вы что, сейчас хотите сказать, что все по новой, блядь, что ли? О. Обнаружен тяжелый перелом. То есть зря я сюда прыгнул, да?
Гениально. А куда тогда? Так, хорошо, подожди. Нет, назад мы вернуться не можем, да? Зашибись. Да там нереально это пройти. Или реально, подожди. Реально было пройти, что ли? Все, я понял. Так, подожди. А где там? Красота. Ну, какой-то кто-то бы прошел. 34 хела, вы серьезно, блядь? Как это, блядь, проходить? Обнаружен незначительный перелом. Внимание, состояние 30. Все, пиздец, блядь. Убивай. Обнаружен незначительный перелом. Внимание, состояние 30. Ёбаный в рот, и как это проходить? Боезапас исчерпан. Чё тебе? Что, блядь, за хуйня? И нахуя я сюда припёрся? Обратно, что ли, приперся или чё? Без всего, блядь. Чё за... Не понял. Чё за прикол? Вы издеваетесь? Это реально уже не смешно. Чё за прикол? Куда нам валить? Блять, тут можно нахуй по 100 раз проходить эту хуйню. Хорошо. Допустим, мы на время сейчас активируем херню. Подожди, а куда-то? Да. Хорошо, куда ведет эта дичь? По кругу? Блядь, заебись. Да, хорошо. Чё, блядь? Блять, хули? Куда эта хуйня ведет? Нам сюда бы можно было или куда? Что это за? Что это за дворцовый переворот? Блять. Ну серьезно, что это за дворцовый переворот? Я запутался. Я реально запутался, куда нам валить. Ебать. Куда? Сюда? Эм...
Вы издеваетесь? Я выход не могу найти. Чё за бред? Куда эта хуйня ведет? Подожди, нет, наверное. Хорошо, это куда хуйня ведет? Стоп, а куда эта хуйня ведет? Тяжелый перелом. Блять, а куда тогда? Ёбаный контейнер куда ведет? Сюда что ли? Так, подожди, а? То есть изначально нам надо было сюда, да? Что-то я отступил. Обнаружил незначительный перелом. Подожди. Тут везде это химия, правильно? Допустим, химия. Сомнительная этика. Идите в жопу. Что там застрял, черт? Интересно. Интересно. А как оно само отключилось? Не пойму. Ладно. Пофиг. Охо-хо, здорово. Приятно познакомиться. Так. Ладненько. Где там еще сохранение нужно сделать? По рельсам? Ладно, на этом интересном месте мы закончим и начнем отсюда. С вами был Казуко Фэмили. Спасибо, что смотрели Half-Life. Вот такое вот интересное прохождение получилось. А всем до новых встреч. Увидимся уже в следующем прохождении. Всем, короче, до новых хреновых. Всем пока-пока.